Я, Максим Станислав Фредович, приехал в Барнаул около 3 лет назад. Работал в недвижимости, риэлтором, помогал людям. Потом устроился на автомойку, работал автомойщиком. Потом в один прекрасный момент в интернете по скайпу мне предложили как бы заработать денег, подзаработать. Вот. Изначально мне ничего не говорили, потом сказали, что работа будет связана с оборотом наркотиков. Спайс, то есть, там, тричные смеси. Вот. Начал потихонечку работать. Проработал около 3 месяца, как бы уже стало другое, по-другому чуть-чуть работать. Один раз мне делали, там, просили 50-100 грамм. Ложить закладку. Ты осознавал, что это наркотики? Да, я осознал. Я вообще полностью свою вину осознаю.